У нее есть внутренняя сила, очень сильная. Она сама по себе именно не в плане характера, а в плане эмоций, которые она дает. Это очень эмоционально сильный человек, хотя, наверное, и не показывает это на людях. Кажется, что я с каждым днем влюбляюсь все сильнее и сильнее, и как будто этому чувству просто нет предела. То есть мы не останавливались на каком-то определенном уровне моих чувств, да, наверное. Вот, у меня как будто это всегда увеличится, каждый день все. Соответственно, это в геометрической прогрессии как будто. Да. Ваш ответ, министр? Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и по вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Я приглашаю вас поставить подписи в запись акта о заключении брака. Писала в своей книжке, что я хочу высокого молодого человека, 1,90 м, наверное, где-то, черноволосого, кареглазого, чтобы он был на меня намного старше, и чтобы мы могли с ним путешествовать по всему миру. В итоге Влад практически со мной одного роста, блондин, с зелеными глазами, и мы, к сожалению, не можем пока никуда путешествовать, но это временно. Но я его безумно люблю. Счастливы вместе с друг другом, потому что для меня любовь — это что-то вроде искусства, где каждый учится и каждый помогает друг другу. И главная цель в этом — это чтобы сделать другого настолько счастливым, насколько бы он не смог стать счастливым один.